авантюрная ретро-картина Стивена Спилберга о похождениях феноменального авантюриста и охотящегося за ним агента ФБР. Суперзвезды Голливуда. Леонардо Ди Каприо и Том Хэнкс. Неуловимый мошенник против опытного агента. Поймай меня, если сможешь. Смотрите на видео. Лицензионные кассеты в золотом боксе. Кинодебют самого знаменитого рэпера в мире Эминема «Восьмая миля». Смотрите на видео. Она прочно стоит на доске, и жизнь ее подчинена одной цели – победить самую крутую и непокорную волну и выиграть чемпионат по серфингу. Это смертельно опасное и фантастически красивое состязание требует предельного напряжения сил, но для этого нужно победить свой страх. Кажется, ничто не может отвлечь ее от заветной мечты, но любовь, безумная и огромная, как волна, накрывает ее с головой. Устоит ли она в этом водовороте страсти или погибнет? Хочешь адреналина? Иди на риск. Кейт Босворт и Мэтт Дэвис в самом красивом и зрелищном фильме о серфинге «Голубая волна». Смотрите на видео. Лицензионные кассеты в синем боксе. Он один против всех. Он не помнит, кто он, как его зовут, на кого он работает. Я помню две последние недели и больше ничего. Опасность угрожает со всех сторон. Чтобы к вечеру Борн был уничтожен. Он был идеальным оружием. Теперь он стал мишенью. Джейсон. Меня убьют? Случайная попутчица невольно становится его соучастницей. В борьбе за жизнь им помогает любовь. Мэтт Дэймон в самом динамичном боевике года «Идентификация Борна». Наконец-то судьба улыбнулась маленькому незадачливому китайцу. Если что-то умеешь делать лучше других, удача тебя найдет. Скромный таксист становится персональным водителем лощеного дэнди-миллионера. Жизнь удалась. Но оказывается, все не так просто. Босс, шпион экстра-класса, неожиданно выбывает из игры. Теперь Джимми, подменив шефа, на своей шкуре испытывает суперсмокинг тайного агента. Самое главное – это правильно одеться перед дракой. Смотрите на видео и DVD. Джеки Чан и Дженнифер Лав Хьюи в комедийном боевике «Смокинг». Лицензионные кассеты в пластиковом боксе.